Ну, как лето провел? Как всегда, у бабушки. А ты? А я вот в плавании был, кругосветно. Мой старший брат, видишь ли, моряк, боцман дальнего плавания. Словом, капитан. Внимание! С сегодняшнего дня мы приступаем к изучению нового для вас предмета, который называется география. География – одна из древнейших наук. Можно сказать, подумаешь, что география. Были я ее давно знаю. А ты в каких морях побывал? Во всех? Из своих странствий, Мертвое море, знаешь? Знаю. Я его умертвил. Как это умертвил? Случайно. Сам не заметил. Они первыми описали и очертили приблизительные контуры материков и... Геоземля и графия описания. Природа хрупкая вещь. Красное море, знаешь? Ага. Я его покрасил. А Черное море? Это уже не я. Старший брат покрасил. А вот Тихий океан пришлось не одному утихомирить. Самое значительное из этих путешествий было путешествие Христофора Колумба. Тигран, Карен, внимательней. Колумб хотел доказать, что... Сколько морей мне пришлось переплыть. А не обманываешь? Провалиться на месте, если вру. Thank you.
Ха. Где находится школа номер 69? Красное море, знаешь, я покрасил. Тихий океан, знаешь, я утихомирил. Мертвое море знает! Невозможно знать географию, не умея разбираться в географических картах. Тигран! Тигран! Подойди к карте и покажи Тихий океан. Не знаешь? Вот что значит быть невнимательным на уроке. А что у тебя в кармане?